это вот известный очень фритлайнер из Сибири откуда-то, по-моему. Может, я ошибаюсь. Вообще, изначально это был то ли Century, то ли Columbia. Но ему приделали вот такой кастомный капот. Занизили, сделали бампер и трубы в стиле Outlaw. Outlaw – это американский кантри, реднековский стиль. Вот, капот почему-то получился немного с таким вот уклоном. Ну, наверное, так было задумано, потому что он чуть-чуть вот так, у него уклон. Ну, вот смотрится так, конечно, намного лучше. Потому что это же не классик, аэродинамический тягач, но он переделан в классик. И очень качественно переделан и грамотно. Century, видите? Century это. Century класс. Трубы такие басовитые, прямоточные, толстые идут. Ну, у нас нету этого дефа повсеместного и мочевины, как в Америке. Поэтому у нас и звук, соответственно, и дымность, все как нужно, все по-правильному. На самом деле, мне очень тяжело говорить, потому что на камеру я забываю все слова, что я хотел вообще сказать. Посмотрим, как он сзади выглядит. Вот течет какое-то масло. Фритлайнер, вот. Вот так вот. И еще один известный фритлайнер из Сибири. Я подписан на их инстаграмы. Вот, это уже FLD. Это аэродинамический, как бы это сказать, да? Аэродинамический. Он весь закрытый обтекателями. Так что люди доехали. Я, к сожалению, наверное, никого не застану. Они сейчас все на собрании. Там им раздают призы всякие. Вообще скоро будут все, наверное, разъезжаться. Вот. Но машина известная. Вот интересный трактор. С двойной турбиной и шноркелем, как у австралийцев. Наверное, он форсированный. 4 цилиндра я вижу и 2 турбины. Должно быть он для дрэг-рейсинга, для какого-то. И здесь вот сделаны 2 трубы с разводкой. Ох, люблю, когда 2 вот такие трубы загнутые. Это просто мой фетиш. Я просто балдею от этого. Смотрите, какие здесь болтики. Или колпачочки. Бачки, наверное. Вот дождь кончился, и я немножечко поснимаю автомобили. То, наверное, у меня все запоролось там. О, как он лихо развернулся. Это ж надо уметь. Здрасте, я на вас в инстаграме подписан. А вы еще не уезжаете? Ну, до завтра здесь будем, часиков до 11. А можно вот у вас внутри поснимать? Ну, это недолго, совсем пару минуток. Ну, по фонельку, без проблем. Я просто вижу, у вас тут ламинат, я, конечно, не буду своими ботинками. Сильно, чтобы тепло не выпускать. А, понятно. Ой, у вас даже автомат здесь. Ничего себе. А вот скажите, вот автомат, а вот двигателем можно же тормозить, да, как джек-брейк? Здесь робот стоит, здесь не автомат. Понятно. Условно та же самая механика. А, механика? Просто с электронным управлением. А, ясно. А так вот было или вы вот сами почему поставили? Почему это заводской? Заводской, да? Да, это потом немножко переделываться, наоборот, будет убираться. Я первый раз вижу американца с автоматом вживую. Вот, никогда не видел. А сиденья, наверное, тоже какие-то не фритлайнеровские, да? Естественно. А-а-а. Родные умерли еще, наверное, 10 назад. Я вот видел в инстаграме, вы там участвовали в заезде. Не сильно ли наносит вред грузовику вот, ну, такие сказать, разгоны, тем более ну вот с таким типом трансмиссии? Ну, как сказать, нагрузки гораздо больше, когда ты с прицепом угруженный там условно 20 тонн и где-то в гору идешь, там нагрузки. А это как бы... Вообще ничего, да? Ничего не будет. Простой тягач, бобтейлом вообще пофигу. Я вот смотрю, у вас там сабвуфер и Жигули эмблема. Да, просто достался такой, с такой эмблемой не стоял. Ну, главное, чтобы он хорошо работал и качественно давал звук. Да. Да, у вас очень аккуратно,
без всяких лишних там украшений. Салон будет доделываться, я как бы к такому классическому виду. У меня что, снаружи машина, я прибиваюсь к классике, ни к чему, ничего лишнего, чтобы не было. Так же и салон будет полностью черный, как бы. Ну, то есть вы капот срастили Classic и Century гибрид капот. Да. Какой у вас вот этот руль интересный? Это тоже, наверное, самодельный, да? А это детройтовский поршень, катерпиллеровский. ЕМЗ. Можем сказать так. Это даже еще прикольней. Было бы так банально детройтовский поршень. Белорусский ламинат? Без понятия, честно говоря. Ну, ламинат это просто у меня оставался, а две коробки, он будет это, как бы, ложится другой. А, наверное, пол подогревается, да? Ну, он утепленный, в принципе, при включенной печке, как бы, он не охлаждается. А сколько километров вы ехали вот до Москвы сюда? Несколько тысяч, наверное? 3,5 тысячи. Ладно, спасибо, извините, не буду больше вас морозить. Все, счастливо. Все, до свидания. У нас сегодня день открытых дверей. Ну, в принципе, Артур в двух словах все рассказал про эту машину. Вот, и я не стал спрашивать каких-то там еще других вопросов. То, что ось он переносил, капот, как бы, все как бы известная машина, участвует во всех фестивалях. Я не спросил, какой двигатель, да в принципе, наверное, без разницы, какой там двигатель. Они все шестицилиндровые, рядные, что Caterpillar, что Cummins. Здрасте, а я на вас подписан. Я на вас тоже. А, взаимно. Даже я не знал, что на меня кто-то подписан. Почему? Мы тут все друг на дружку вот так вот подписаны. Ну да, мы да. За другом следим. А можно внутри там поснимать? Завалил маленько. А, ну. Собираю. Ой, какая красота. Вот это вот. Вот эта обивка, это что-то такое, что-то из детства, вот что-то я помню из фильмов, что-то такое вот. Да, такие были вот потолки вот обшиты вот таким вот, поручни такие. Это вот прям вот что-то, какая-то классика. И так кабина качается, кочерга большая, очень много места. В общем, жилая квартира, ребята. Так что все вы это знаете, становитесь,
дальнобойщиками, и будет вам счастье. Вот это балдеж, конечно. А вот эти шторки, это запахивает полностью, вот окно можно запахнуть, и чтобы свет не мешал. Такая приборка с блестящим, с металлом. Честно говоря, я замерз очень, уже ничего не соображаю. Что говорить, уже не знаю. Пойду шаурму съем. Послушайте, как звук закрывания двери. Как на Гелендвагене. Вот эти петли никогда не дадут двери сломаться.